включают горячую воду, у кого счетчики, проблема, минут 15, все это пока не прогуливаю. Я стою 7 часов, у меня такой проблемы нет. Когда я задавала вопросы соответствующим людям, мне сказали, что забудьте, эту проблему решить нельзя. Вот первый момент, действительно ли ее решить нельзя? И да, действительно, такая проблема есть. Вот в этом году вместе с предприятием «Комсомольские тепловые сети» проводим эксперимент по поводу подключения на циркуляцию теплотрасс для того, чтобы повысить температуру горячей воды. Значит, в августе месяце проводился этот эксперимент на территории Центрального округа, сейчас в сентябре месяце планируется в Ленинском округе. Пока результаты положительные. Значит, в конце 2015 года тепловыми сетями было выдано по каждому дому предписание, сейчас даже прочитаю, как называется, по выполнению мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности. Значит, по данному предписанию ЗАО компании «Дельфи» надлежит в нашем доме, конкретно в нашем доме, установить терморегулятор в течение... С марта месяца, то есть уже полугода, мы с ЗАО компанией «Дельта» встречаемся, ведем переписку, разговариваем. Вроде как и нужное дело, действительно необходимо дом подготовить. Но за чей счет банкет? Естественно, собственники. Стоит это удовольствие, как посчитала ЗАО компания «Дельта», 105 тысяч – это работы по смете, и 140 тысяч – это сам терморегулятор, который будет устанавливать и по стенюшам, если я не ошибаюсь. Итак, 250 тысяч. Вроде как сумма небольшая, но на доме есть тоже определенные работы. То есть сразу скопом мы данную сумму выделить не можем. Хотя у нас и собираемость неплохая, но тем не менее, в чем вопрос-то состоит? Действительно ли это так необходимо вот в данный момент? Энергосберегающие мероприятия проводить в обязательном порядке нужно. Как теплоизоляция, значит, трубопроводов, которые проходят внутри здания, так, соответственно, и установка приборов учета и терморегуляторов. Это я перехожу к вашему второму вопросу о том, что терморегулятор, сами понимаете, он будет регулировать температуру. Соответственно, установка прибора учета даст определенную экономию. И то, что вы затратите сейчас на установку, это со временем окупится. И у нас уже есть положительные примеры в городе Комсомольске. На тех домах, где установлены приборы учета по отоплению непосредственно, экономия за отопительный период составляет от 15 до 25%.